когда дома далеко, порой бывает нелегко, но слышу зов ночной тиши, он будет сон моей души. Такие встречи накануне одной из самых душевных дат в календаре уже стали доброй традицией. Каждая из этих женщин – героиня, воспитавшая настоящего бойца, который отдал свою жизнь ради Отечества. День мамы мы проводим ежегодно. Мы собираем семьи мам погибших ребят наших. С удовольствием идут навстречу, потому что для родителей, потерявших своих детей, для них немаловажен факт еще общения. Чтобы она не закрылась, сидела там в квартире, да, и горевала там одна или в доме там где-то. Для них общение самое главное. Может быть, ну как бы им и помощь-то никакая не нужна, да. Им надо общение, они, наверное, в нас видят своих сыновей. Сегодня за одним столом собрались семьи тех, кто воевал в Афганистане, на Кавказе и в зоне СВО. Сблизило горе, но такие встречи помогают. Кто-то даже обрел новых друзей. Фактически многие знают друг друга. Кто не знает, тут коммуникабельные, общительные люди знакомятся, делятся своими бытовыми новостями. И лучше, так скажем, сброс негативного стресса, в котором постоянно приходится жить, не придумаешь. Постоянно и регулярно они к нам приходят. И за чашкой чая мы просто беседуем. Если есть какие-то проблемы, вникаем, стараемся помочь. Сегодня каждая мама получила открытку. Своими руками их сделали дети, школьники. В знак благодарности за материнский труд. Мария Костылева, Алексей Фризин. День с толком.